пригодится как раз сегодня, во время, вот в самый разгар предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Из него вы узнаете, что будет, если скрестить Дональда Трампа с Хиллари Клинтон и пустить это нечто в Белый дом. Как вы понимаете, главная героиня здесь, вот, судя по названию, вице-президент. Она женщина, но очень такая экспрессивная, харизматичная, такой вот мужик в юбке. Образец скорее Сара Пейлин. Помните такую республиканку, неоднозначную губернаторшу Аляски? Но вот она участвовала в прошлых выборах, можно сказать, на ее основе-то и сняли это кино. Но сейчас актуальнее вот другие фигуры, Трамп и Хиллари. Можно на них как-то обращать внимание. Вице-президент — это, опять же, неполиткорректная версия, можно сказать, карточного домика. Главная героиня может отмочить такое, что вот даже сегодняшний Трамп позавидует о том, как Белый дом справляется с ее выкрутасами. Этот гомерически смешной сериал. Так что, если хотите поднять себе настроение в эти депрессивные дни, эта девушка — лучший рецепт.